Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Блог Золотого. Сегодня мы будем делать самую большую шаурму в Кыргызстане в 2023 году. Года два назад мы делали ее чуть больше метра, у нас получилось килограмм, наверное, 15 она вышла. Но в этом году мы будем делать чуть поменьше в толщине, ну, подлиннее. Так что смотрите дальше, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все как обычно. Друзья, для нашей шаурмы нам понадобится фарш. Тут килограмма два говяжьего постного фарша. Мы будем делать люля-кебаб, будем делать с курдюком, будем использовать соль. В нашу шаурму мы добавим небольшую остринку. Так, для соуса, супер такого соуса, специально для шаурмы, мы будем делать из майонеза. Вот у нас два вида, потому что у нас будет длинная шаурма. Нам надо будет много майонеза, кефир и укроп еще будет у нас использоваться. Так, овощи сейчас мы все почистим, нарежем, подготовим. Так что все, мы начинаем. Ставим лайки, подписываемся. Все как обычно. Смотрите, будем использовать приправу для шашлыка. Вот такую еще для мяса. Будем делать морковку по-корейски. Так, кстати, возьмем паприку. Ну, кетчуп, понятно, у нас майонез, специи есть. Так, мы взяли два вида лаваша сырных и два вида обычных. Мы сейчас в длину все это разложим. И, кстати, сейчас вот я думаю, как это сделать, чтобы скрепить все лавашики между собой, когда мы скручивали, чтобы ничего не разваливалось. Я посмотрел в интернете, можно желатином в микроволновке с водой сделаю такую этот клейкую основу. Ну, попробуем. Мы сегодня будем делать эксперимент. Как пойдет, еще ничего не загадываю. Дальше больше. Дорогие друзья, возьмем говяжий фарш, тут 2 килограмма. У нас есть небольшой кусочек курдюка. Сейчас мы его мелко нарежем. Так, добавляем наш курдюк. И приправа для шашлыка. Обычная, недорогая. Сомов за 25. И будем использовать гималайскую соль. Розовую. Возьмем мою любимую приправу. И все это перемешаем. Ну вот мы и вымесили наше мясо. О, капец, оно какое липкое. Получается на соль. Я бы даже сейчас бы его съел. Это просто мощно. Сейчас мы это накроем пищевой пленкой и уберем в холодильник. Будем делать супер соус. Ему надо настояться в первую очередь. Нам нужен майонез, целая банка. Добавляем сухой чеснок, оставшийся весь. Причем немного соли обычной. Возьмем литр. И вот так вот половинку долбанем. А даже весь, короче. Целый литр на банку майонеза. Ну и вот, друзья. Вот так вот мы все засыпем сюда. Так, и вот такой супер соус получится к нашей шаурме. Пока жарится наша фри. Там булькает. Дядя жарит себе жирок. Буду сегодня делать морковку по-корейски. Возьмем вот такую чашечку. Нашу морковочку. И натираем. Добавим специальную приправу чимчи. Вот так вот. Все перемешаем до однородной массы. Так, дорогие друзья, на нас напали мухи. Но нам это не страшно. Мы все равно будем жарить сейчас люля. Ох, какое оно мощное получилось. Мощно. Ох, сразу запах пошел. Сейчас мы будем резать пекинскую капусту. Просто тоненько, кружочками. И без всяких проблем. Наши домашние помидорки.
нарезаем полукольцами. И нарежем наши халапеньо для остроты, для пикантности. Так, дорогие друзья, я вот думаю, как сегодня скрепить наши лаваши между собой, чтобы все не развалилось. Возьму желатин и агар-агар смешаю. Сюда добавлю, немножко водички и в микроволновку. И все попробуем связать. Настал наш момент. Вот так вот. В шахматном порядке у нас сырный. Еще раз обычный. В случае добавим сюда. Нет, блин. Да. Добавим вот так вот. Теперь это. Я сделал суперклей, который капец какой пищевой, мощный. Мы сейчас все это вот так вот смажем. Вот так вот склеим между собой. Это желатина агара. Как она, блядь? Желатиновая основа на основе агар-агар. Ох, я думаю, сейчас мощно все склеится. Я это делаю в первый раз. Этот самый мощный соус. Просто вот так вот бомбезно мы выливаем его. Ху-ху-ха. Вот так вот. Да-да-да. Возьмем, добавим остринки. Халапеньо. Наши семечками. Добавим нашей пекинской капусты. Вот так вот. Сейчас мы добавим огурчики. Так вот так вот все. Накидаем. Возьмем нашу картошку фри. Вах. Это просто красота. Ну и добавим для сочности помидорков. Вот так вот. Морковича. Ну и добавим кетчуп с пряностями и чесноком. Вот так вот. Для красоты, красоты, красоты. Сейчас мы его весь выдавим. Дорогие друзья, вот такая красота у нас получилась. Давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки. 10 тысяч лайков, дальше больше. Ну что, будем крутить? Дядь, короче, смотри. Так сначала подворачиваем один угол. И вот так делаешь. Я сейчас тоже. Давай. Я только не знаю, зачем мы этот. Во. Взяли, да, вот. Сейчас, сейчас, подожди. Золотинка будет. Ничего, ничего, ничего. Не бойся. Золотинку мы сейчас уберем. Так, убираем золотинку. Потом ее раскроем. Ну вот, дорогие друзья, замеряем нашу шаурму, берем отсюда. Идем. Два метра. А, чуть-чуть не хватило. Но у нас самая большая и самая длинная шаурма в Кыргызстане получилась. О! Вот так вот. Правда, мы... Дядя молодец. Правда, мы нифига не запечем, потому что у меня нет такого мангала. Ну, мангал есть вот такой небольшой. Чуть-чуть мало пива, правда. Ну, все-таки... Красота, красота. Дорогие друзья, правда, действительно, самая большая, самая длинная шаурма в Кыргызстане в этом году, в 2023. Так что мы заканчиваем этот ролик на хорошей ноте. Ты все это съешь? Да. Все-все? Да. Это только тебе одному. Угу. Что, как вкусно? Очень. Очень.